Привет, бандиты! С вами Виги. У всех у нас бывает сложный выбор в жизни, и самый главный из них – это на каком сервере начать играть в WoW. Я знаю то, что есть куча всяких видео, где вам расскажут, как классно играть на том или другом пиратском сервере. Но нету ни одного видео о том, как начать играть на официальном сервере WoW. Поэтому в этом видео я вас подготовлю для того, чтобы вы смогли играть на официальном сервере WoW. Ну, увидимся после небольшой рекламы. Dwing.ru – это лучший бустинг-сервис в РФ по таким играм, как World of Warcraft, Dota 2, CS, Hearthstone и многим другим. Гарантия качества и доступные цены. Dwing.ru – ссылка в описании. Начнем по порядку. Плюсы и минусы игры на офсайте. Я не спорю и даже знаю, что есть куча хороших пиратских серверов, но все они имеют несколько минусов перед официальным сервером WoW. И первый из них состоит в том, что играя на таком сервере, у вас нет никакого развития. Объясню попонятнее. Одно дело, если вы пойдете играть на фан-сервер, где у вас сразу будет максимальный персонаж, вы сразу его оденете, пойдете пофанитесь, вспомните Короля Лича, безусловно, это очень круто. Но другое дело, если вы пойдете играть на подобные сервера X1, X10, X100, прокачаетесь, добьетесь до максимального босса, убьете его. А что дальше? На офсайте же мы постоянно имеем какие-то обновления, ивенты и все в этом духе. Лично, как по моему мнению, это пустая трата времени играть на подобных серверах. Номер два. Безопасность. Все дело в том, что если вы потеряете какой-то предмет или, не дай бог, свою учетную запись, ну, например, вы убиваете босса, почти его убили, оп, а у вас дисконнект вашего интернета. Заходя назад, вы оказываетесь рядом с инстом, лута у вас нету. На офсайте все по-другому. Если вы убили какого-то босса, но не забрали с него лут, он вам придет по почте. Также, если вы случайно какой-то предмет продали, вы можете всегда его восстановить на официальном сервере WoW. А если по пьяни вы удалили своего персонажа, то сообщите это ГМу, и он вам его восстановит. Третье, и как по мне самое приятное, это непередаваемое чувство, что у вас все работает. О, поверьте, я знаю, о чем говорю. Ведь я сам долгое время играл на пиратском сервере WoW, но после того, когда я перешел на официальный сервер WoW, о господи, ребята, то чувство, когда твой воин делает чардж и он не проваливается сквозь текстуры, это офигительно. Хоть это маленькая мелочь, но их, ребята, там тысячи. Такое чувство, как будто ты играешь в совершенно другой, новый WoW, где у тебя все работает, все цепочки локаций, везде есть диалоги. О господи, это офигительно. А что самое главное, вы можете это сами проверить. Ведь в нашей игре вы можете бесплатно играть до 20 левела. Просто возьмите, скачайте эту игру и поиграйте, вы поймете, о чем я говорю. Конечно, минус тут тоже есть, он весьма чувствительный, ведь это оплата. Мало того, что нам нужно купить игру и все к ней дополнения, так ее еще нужно каждый месяц оплачивать. О да, я помню те времена, будучи школьником, я не мог себе позволить купить эту игру, даже наскребсти с денег на обеды. Но, к слову, если вы все-таки уговорите своих предков подарить вам WoW на Новый год, я думаю, денег с обедов вполне себе хватит для того, чтобы оплачивать ее каждый месяц. А это, бандиты, сделать очень легко. Я вам сейчас покажу. Вписываем в поисковике Battle.net, заходим, нажимаем на галочку «Создать новую учетную запись». Дальше выбираем место, где мы живем, пишем свое имя, фамилия, выбираем дату рождения, пишем свой email еще разочек и пароль. Жмем на все галочки «Создать». Дальше вам потребуется зайти на свой email и подтвердить. Обязательно запомните свой ответ на ваш секретный вопрос. К примеру, где вы учились? Допустим, школа номер 7. Ведь он вам очень в дальнейшем понадобится, запомните это и запишите где-нибудь на листочке. После того, как вы, бандиты, подтвердили вашу регистрацию, заходим на этот сайт, выбираем меню «Мои игры». Перед вами ваш целый список. Кстати, Hearthstone – карточная игра и Герои Шторма – это моба-игра, похожая на Доту. Они абсолютно бесплатны, поэтому вы сразу сможете установить их на свой компьютер и поиграть. Все, что нам нужно дальше – это вот это приложение Blizzard. Оно похоже на Steam. Здесь вы сможете скачать абсолютно все игры, которые принадлежат Blizzard Entertainment. Выбираем версию, подходящую для вашего компьютера. К примеру, если у вас Windows, выбираем Windows. Если у вас Macintosh, выбираем версию под Macintosh и скачиваем. После установочки приложение немножечко обновится. Дальше вы впишите туда свою почту и пароль.
И, как я уже говорил, данное приложение очень сильно мне чем-то напоминает Steam. Оно очень удобное и приятное. Перед вами весь список игр Hearthstone и Герои Шторма. WoW вы можете уже сразу скачать. Ведь WoW вы можете играть до 20 левела бесплатно. А что самое главное, вот тут выбирается тестовый игровой мир. Вы можете тут сразу зайти и создать максимального персонажа и посмотреть, что нас ждет в следующих новых патчах. Но на самом деле лучше всего будет купить WoW целиком. Давайте посмотрим, у нас есть несколько вариантов. Первый из них — это на сайте Battle.net. Заходим в магазин. Дальше мы ищем здесь раздел WoW. И перед нами есть WoW Classic. В WoW Classic входят все дополнения вплоть до Легиона, а именно WoW Classic, WoW Burning Crusade, WoW Lich King, WoW... Что там у нас? Катаклизм, Пандария и Дренора. То есть вот за эту сумму мы получаем абсолютно все дополнения и можем прокачаться вплоть до 100 левела без каких-либо проблем. Дальше, ребята, нам понадобится купить WoW Легион. После этого мы сможем качаться уже до 110. Плюс близы нам делают очень офигительный подарок. А именно, мы можем качнуть персонажа до 100 левела инстантно. Смотрите, мы создаем персонажа Паладина. Оп, у нас появляется галочка «Апнуть его до 100 левела». Жмем, и наш паладин резко становится 100 левела и уже неплохо так одет. И да, нам после этого придется купить подписочку на месяц, или на 3 месяца, или на 6 месяцев. Чем больше мы его возьмем, чем меньше мы в итоге заплатим. Но честно говоря, ребята, это очень большие деньги. Можно нехило сэкономить. Допустим, мы зайдем на любой игровой магазин, впишем там WoW. Если он там находится, мы его моментально там найдем. Итак, вот перед нами есть WoW Легион, и он стоит уже не 2000, а 1699. Также есть карта оплаты WoW на 60 дней. Стоит она 1099. И купить ее можно при помощи веб-мани или всякой остальной ерунды. Кстати, я так именно и оплачиваю свой WoW. Но если по каким-то причинам вы боитесь покупать на данных сайтах, зайдите на проверенные ресурсы. Допустим, платье.ру. Вписываем WoW. Опа, тут куча всяких продавцов. Кстати, вот обратите внимание, перед вами классик. Это классическая версия. Видите, в ней есть все дополнения. И плюс, заметьте, 30 дней. Почему? Потому что перед вами физическая модель. То есть, когда вы заходите в магазин и покупаете диск WoW, вам бесплатно дают 30 дней. То есть, чувак пошел, купил и решил вам продать ключ. Поэтому вы получите еще 30 дней. Так что лучше зайдите сюда и сэкономьте свои бабки. Вы уже получите еще один месяц бесплатно. Кстати, тут очень большой список покупок, и объясню тем, кто живет не в России. Я живу в Беларуси. Покупать через WebMoney, через Яндекс.Деньги, Киви, МТС, Билайн. У меня таких даже операторов нету. Так вот, что мы делаем дальше? Берем банковскую карту. Да, на ней мои белорусские рубли, но российские они автоматически переведутся при покупке. Поэтому смело можете покупать. После покупки вам на почту придет вот такое сообщение о том, что вы купили данный предмет, а вот его ключ активации. Кстати, перед вами самый что ни на есть настоящий ключ на 60 дней для оплаты WoW. Он еще не мною не активирован, это вам подарок. Кто успел, тот и съел. А сами ключи нужно вписывать вот сюда. На сайт WoW заходим, ваша учетная запись, параметры. И вот в этом меню разделе мы выбираем ввести ваш ключ. Вписываем, будь то это новая игра или оплата WoW. Ну что, бандиты, я надеюсь, вам помог чем смог. Реально объяснил все, что нужно, все по порядку. Если вы все-таки что-то не поняли, пишите в комментариях, а также мне лично ВКонтакте. Я постараюсь вам на это ответить. Большое вам спасибо за ваши царские лайки, за вашу замечательную подписочку на мой канал и приятные комментарии. С вами был ваш Виги. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока, бандиты.